пресс-клубе «Рязанских ведомостей» прошла презентация фильма «На волне кино», снятого студией РВТВ. Короткометражный документальный фильм рассказывает об одном из самых известных творческих объединений молодежи 70-х и 80-х годов прошлого столетия, которым руководил Анатолий Яковлевич Осипенков. Дети и подростки под руководством талантливого педагога постигали основы сценарного, режиссерского и операторского искусства, учились актерскому мастерству. За неполных 25 лет на студии было создано свыше 70 фильмов. Многие из них стали победителями и лауреатами конкурсов, в том числе международных. Киностудия «Волна» получила звание «Народное» и «Образцовое». На ее опыте теоретики любительского кинодвижения создавали научно-методические пособия, а программа занятий многое заимствовала из учебного курса в ГИКа. На презентацию фильма пришли воспитанники студии Анатолия Осипенкова. В кадрах кинохроники, вошедших в фильм, они увидели кинодесанты 30-летней давности, а потом за чашкой чая вспомнили подробности тех поездок. Авторы фильма «На волне кино» Владимир Тихомиров, Дмитрий Соколов рассказали о том, как он создавался. В общем-то, знал о масштабах его работы в воспитательной «Волне», и часто не бывал там, даже в жюри был, и решил сделать фильм. Анатолий согласился, говорит, что, конечно, самое главное – это поговорить с выпускниками. Съемки начинали совместно с журналистом Валерием Борисовым. Его болезнь и безвременная кончина приостановили работу. Но ее все-таки довели до конца. Фильм станет частью истории киностудии «Волна», данью уважения к человеческим и профессиональным качествам ее руководителя Анатолия Осипенкова. И не исключено, что у него появится продолжение. Владимир Тихомиров пригласил к совместной работе участников презентации. Наконец-то пригласили на юбилейный фотографа Анатолия Осипенкова в Рязань. Да, еще детишек учил, было такое. Фото делал, искусство фотографии. Когда молодой был, руководил киностудией «Волна». Студийцы сидят здесь, среди гостей. Помнят ведь, помнят. Конечно, мы встретились. Еще не все. Артемчикин, Юля тоже. Серега, Валерия, да. Девушка там маленькая. Тут они уже такие выросли чуть-чуть, смотри, были совсем маленькие. На киностудии занимался. У Анатолия Яковлевича. Этот я, так понимаю, я печатаю фотографии. Хороший год. Детство беззаботное. Поездки, кинодесанты, фотографии, съемка в фильмах, в юморесках наших. Да, да, вот он тоже, вот на камере. Как раз вот моменты съемки этого фильма.
Страна ведь прежде всего это все мы. Все мы. Хорошие, плохие, богатые, нищие, купающиеся в золоте, значит, собирающие крошки со стола. Это все наша страна. Богатая, безобразная и бесконечно красивая, которую мы все любим, в которой мы живем. Начиналась с экскурсии вот как раз по выставке Анатолия Яковлевича Осипенкова. И в первую очередь я их заводила сюда в лабораторию. Ну и понятно, что сейчас все дети абсолютно фотографируют, все фотографируют на телефоне. И когда они заходят сюда, они, в общем-то, оказываются в абсолютно незнакомом пространстве. Как вообще, вот, чтобы получить фотографию, ту, которая сейчас массово хранится в памяти телефона или потом выводится на компьютер, как вот какой долгий-долгий процесс, но в то же время очень интересный процесс с тем, чтобы получить вот фотографию. Просто жизнь свою снимал, придут и там прекрасно.